Если мы пойдем на таран, получится огромный огненный шар. Логично. О, какая же музыка приятная. А что она на гитаре играет? Допрашиваешь эту женщину? Да. Есть с ней что-то подозрительное? Пока нет. Она очень скрупулезная. Мне это нравится. Привет. Наверное, это очень полезная рация, раз она за нее так держится, да? Она сломана, но чем-то ей очень дорого. Понимаешь? Точнее, я понимаю. Осторожнее, она теперь классно стреляет. Ты девочку стрелять заставляешь? Слушай, не надо меня учить. Никто ей не собирался, это хорошо. Ей нужно уметь о себе позаботиться. Ты откуда? Сан-Франциско. Ух, ё-моё, до дома далеко. Это все он хотел поездить по дорогам Америки. А, муж жена? А, получилось чуть больше, чем ожидал, да? Кому вообще интересна история гражданской войны, кроме белокожих стариков? Чудесно, вы двое легко подружились. Точнее, подружитесь. Ребята, о чем вы спорите-то? Так. Да ни о чем. Если вы в таком какое-то время станете с нами, было бы неплохо знать, какой у вас багаж. Тогда мы, наверное, не останемся. Не знаю, как скинуть эту цистерну. Спроси, пожалуй, Амида, он любит все ломать. Это намек? Ну, я могу еще на станцию пойти. Я думаю, что на станции наверняка есть какие-то инструменты, подходящие для этого. Но это дом, который находится рядом с лесом. И там все возможно. А, ну понятно, с обидом нет смысла говорить. Она меня обманула. Он нам ничего полезного-то не скажет. Окей, тогда отправляемся в этот домик. Я очень надеюсь, там будет безопасно. Я уже... Мне надоело терять людей. Как же мне надоело туда терять людей. Такая... А можно я с тобой пойду? Тебе не нравится новая девушка? Нравится, но мы же вроде команда, ты сам сказал. Да, хорошо, давай. Мы с Клементиной осмотрим железнодорожную станцию, ладно? Если что-то случится, дай знать. Далековато, да, от поезда? Ну, кстати, не так далеко на самом деле. Но никто не прибежит на помощь, если что. О, выживший, там написано, смотрите. Похоже, кто-то совсем отчаялся. Внутри выжившие написано. Краска высохла много месяцев назад. Ух ты, это что такое? А зачем мне это нужно? Погодите, это бессмыслица полная. Понятно. Это знаки, которые нам, в принципе, не интересны. Но остается только спускаться вниз. Поехали. А вот просто спрыгнуть не может, а если только по лестнице, да? Стоять. Не входить. Там все заколочено, кстати. Погоди, что ж ты делаешь-то? Сперва дождись меня, а потом пытайся открыть дверь. Ай, извини. К счастью, она заперта. Мы станем отличным напарниками только попозже. Так, ключи нужны, да? Мы можем попробовать отпереть. Ну, давайте. Не поддается. Заперто. Все, слушайте, там реально кто-то пытался выживать. Похоже, эта штука уже много лет не работает. Ну, да. Ладно, Клементина, наверняка у тебя есть ключи, я просто... Подождите, у нас же есть... Надо найти вход. Так, изолента. Здесь нельзя никак пролезть. Погодите. Ну, в этих знаках же ничего не может быть, да? Да и сюда нельзя пройти никуда. Опа. Я на мгновение подумал, что можно будет перейти. Так, мы что-то упускаем. Какой-то момент. Может быть, ключ неподходящий у меня, да? То есть, может быть, надо было что-то другое взять.
Хотя гаечным ключом, в принципе, и так можно, кстати, погодите. Краска бесполезна. Еще одна краска тоже бесполезная. Неужели я реально что-то упускаю? Может быть, с Клементиной поговорить? Может, она... О! Да, Клементина. Это всегда может быть... Да нет, я это уже видел. Так, палет всякие, там подобное, к сожалению. О! А что я не видел-то? Там наверху окно открыто. Может, я загляну внутрь? Я не знаю, придется. Вот, подниму тебя к себе на плечи, и ты сможешь заглянуть в окно. Отлично. Ты только не лезь туда сначала, посмотри. Я могу заглянуть внутрь. Что теперь-то? Что ты видишь? Куча ящиков и много всего. Может, нам удастся найти ключ или выбить дверь. Наверное, Кенни бы предложил взломать замок. Вообще-то, это вариант. Ведь время у нас... Кажется, я открыла. Что, серьезно? А, по-моему, да. Оу. Ё-моё. Что? Нет, тут юмор присутствует, кстати. Это прекрасно. А будь осторожнее. Это я должен тебе так говорить. Так. Дверь закрывается, это хорошо. Это очень хорошо. И тут нужно быть... Карва, клятие, как темно. Может, я дверь подержу? Мне это не нравится. Я чем-нибудь подопру. Ключ гаечный? Окей. Окей. Погоди, бессмыслица полная. Погодите, нет, подождите, подождите, а... Ну она ж не запирается, зачем мне ключ отдавать этой... Я не понимаю. То есть мне... Ну все, теперь уже извините меня. Ах, у меня теперь оружия никакого нет. Как у тебя дела-то? Да хорошо, что нам нужно делать-то? Что-нибудь для того, чтобы разделаться с цистерной. Здесь должно быть хоть что-то полезное. И там будет зомби 100%. Ну, 100% будет зомби. Годить. А, у него есть пистолет, прошу прощения. У него есть пистолет. Наверху есть проем, но он небольшой. Нам повезло, что я такая маленькая. Да, точно. А, видимо, мы не сможем, да, открыть? Заперто основательно. А вот и то, что нам нужно. А вон там? Ага, нам нужно туда попасть и взять паяльную лампу. Но в то время дела у них шли не особо. Да, да. Так, ладно, тогда придется, да. Not much. We're lucky I'm so little. Here we are. Взять на руки. Сможешь через заграждение перелезть? Да, конечно. Иди возьми ключ, Клем. Давай, быстро. Behind you! Сзади! Йо! Что делать-то? А ну пошёл отсюда! Я понял тебя. Что это было только что? Я же пытался с ними драться. Ну, сзади! Так, они предлагают мне просто убегать отсюда, что ли? А, я ей выкинул пистолет. Все, уходим отсюда. Я понял, короче, надо валить отсюда. Валим, 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 валим. Нажми V, чтобы отступить. А теперь давай сражаться. Ну давай, подходи. Один, второй, пошел. Давай, давай.
Давай, я на Q даже нажимаю, если даже... А, нужно, я так и знал, что... Ну, давай, ешкой, да? На! Отлично. Ё-моё, это было на грани. Я говорил, ключи не надо было оставлять там, но почему это? It's okay. Да, все хорошо, все нормально. О, блин. Вот, блин. Ключи, быстро! Бери! Давай! Проклятие, заперто! Да ё-моё, да пока ключ... Я пока ключ вытащу, тут что за бред? Пец. А там еще звук, имейте в виду, да? Сейчас не очень хорошо получилось-то. Да, это не очень хорошо. Но мы в порядке, все в порядке. Что происходит? По-моему, я слышал выстрел. Да мы в порядке. Несколько ходячих нашли. Ты с 8-летней девочкой против 3 мертвяков, да? Мы справились. Да, похоже на то. А если бы не справились? Я пойду проверю, не будет ли у нас проблем из-за шума. Хорошая мысль. Как она посмотрела, да? Надеюсь, ты понимаешь, что с ней делаешь. Я тоже. Ради ее же блага. Ну, это сложно. Кристина не может этого забыть, смотрите. Она не может этого забыть. Ну да, ситуация такая, конечно, напряженная, да? А мы туда даже пройти теперь не можем, если только эти штуковины забрать. Ё-моё, есть. Теперь давай пойдем к выходу. А что мы узнали? Я не готова стрелять. Мы выяснили, что все вокруг опасно. Тебе нужно научиться нажимать на спусковой крючок. Это так тяжело. Не думай, просто делай. И спокойно воспринимай то, что случится. Постараюсь. Ну, Клементина это помнит, смотрите. Это, возможно, будет... Надеюсь, что это будет правильным решением. Так, ну, здесь больше ничего не осталось, да? Ни еды, ничего мы взять не можем. Нам остается только спокойно отсюда выйти. А если поговорить с ней еще раз? С тобой точно все в порядке? Да, меня немного трясет. Это пройдет. Да, слушайте. Ну, так, тут просто... Это же апокалипсис, ребята. Это просто апокалипсис. Вы должны понимать, что в этой ситуации нужно... Экстренные меры при этом предпринимать. В реальной жизни, конечно же, такого нельзя делать. Но выхода не остается. На станции я нашел паяльную лампу. А поможет быстро разделаться со сцепным устройством. Отлично, я поднимусь вместе с тобой и посмотрю. И всем снова здравствуйте. Так, давайте с Клементиной сначала посмотрим, что у нас там. Они отдыхают, я смотрю. Да. Нам нужно подняться выше, потому что мы в прошлой серии нашли паяльную лампу, которая нам позволит, видимо, снять этот прицеп и проехать дальше на поезде. Думаешь, сработает? Чувак, мы будем резать металл огнем. Как это может не сработать? Поехали. О, блин. Что стряслось? Шланг течет. Выключи, чувак. Не хочу, чтобы нас сожгло. Надо чем-то заткнуть место утечки. Я даже знаю, чем, потому что мы также нашли еще и... Клейку, ленту. Скотч. Надеюсь, вырежу, да? А теперь можно приступать. Ой, клево, смотри, как режет. Почти готово. Оно сейчас упадет сильно.
Оу, спасибо. Да нет проблем, чувак. Эта штука на волоске висит. Чуть-чуть подрезать, и она свалится. Ему дать или самому сделать? Слушайте, а интересно, а если дать паяльную лампу? Он может, скорее всего, там упасть и так далее. Давайте самому, сами это сделаем. Не могу достать. Вот. До слабого места сцепления устройства остался немного. Думаешь, я дотянусь? Нет, но ты свесишься, и я буду тебя держать. Нифига! Господи, ну что ты за... Заткнись и режь. Слушайте. Неприятная ситуация, парни, давайте быстрее. Капец. Ребят, у нас что-то приближается. Что за ерунда? Их, наверное, тысячи. Надо уходить. Блин, ну Амит, режь, режь. Да режу я. Она падает, поднимай меня. Кенни, вперед! Они спрыгнули сверху, что ли? Бензин! О, и что нам, блин, теперь делать-то? Нам нужно только прыгать! На поезд, разумеется. На поезд! Надо прыгать! Что? Да ни за что! Амит, поверь мне! У нас другого варианта нет. Или зомби, или прыжок. Прыгай! Ребята, да прыгай! Да нет же! Прыгай, черт подери! Да все равно нет! Отлично. Черт! Амит, блин! Ну как так можно-то? Беги! Да блин, я помочь хочу ему. Нет, не меня, ее! Крис! Да нет! Говна, да гусок, она ведь женщина, ты что не знаешь? Она бегает, и не надо тут говорить мне лишнего. Я все рассчитал, милая. Да все хорошо, милая, я в порядке. Я знал, что я делал. О, их было много. Ты ранен? Нет, у нас все в порядке. За себя говори, моей ноге, кранты. Мы в порядке, Клементина, мы в порядке. Слушайте, ну у него перелом. Если перелом, то это проблема. Рисунки. Ух ты. Вы поняли, да? Она нарисовала его семью. И Дака вместе. Следующая остановка — Атлантический океан. Мы найдем родителей Клементины, когда прибудем на место. Я думал, они мертвы. Значит, будем их искать. План не такой. Но у нас такой. Мы с ней все обсудили. Этот день ты никогда не забудешь. С тобой все будет хорошо. Ситуация просто сильная. Да, с тобой все будет хорошо. Я буду жить, наверное. По крайней мере, у меня есть кровь и сердце, и кровь в мозгу. Оставлю тебя наедине с твоими мыслями. Она в отключке, такого еще не бывало. Да ну, рация. Привет, меня слышно? Что за...
Не могу дождаться, когда ты доберешься до саванны, Клементина. У меня тут твои родители. Обязательно меня найди. Независимо от того, хочет того ли или нет. А сейчас мне нужно... Так, как? Я думаю, это хреновина не работает. Да я тоже. Блин, кто это? Если он убедит Клементину, что ее родители у него... Может, подумаешь еще над своим планом? А кто это может быть? Он нас знает. Смотрите, он нас знает. Значит, это тот, кто был у нас в прошлых сериях. Кто-то знакомый нам в следующем эпизоде. Ё-моё. Мы почти у реки. Ты хочешь попасть на лодку или слоняться здесь, пока ходячие не поймут, что мы тут? Знаю, я обещаю, обещал, что мы найдем твоих родителей, но саванна опаснее, чем я думал. Я не знаю, сколько еще он так протянет. Если нога не станет хуже, нам придется его нести. Или оставь его. На твоем месте я бы убрался с улицы. Сейчас же. Давай, этот черт подери, отвечай, блин. Да, когда ты собирался рассказать нам о рации? С кем ты разговаривал? Ла. Вернешься сюда, я тебя убью, ясно? Йоу. Ну, если уж мы так начали, я думаю, что... Да, смотрите, вы застрелили девчонку на улице. Вы еще 40% застрелили ее, подождите. Ну, а что оставалось сделать? Ну, это же просто, это гуманно, я считаю. Бросили, вы бросили Лили. А мы могли ее не бросать? Мы могли ее не бросать. Вы ссорились с Кенни, но это не имеет значения. Вы застрелили Дака, но это тоже особо не имеет значения. И вы помогли Амиду. Ну, да, я не помню, в какой момент мы помогли Амиду, но мы, скорее всего, сделали правильный выбор. Проблема в том, что мы бросили Лили, да, на дороге. То есть она могла быть с нами до сих пор. С нами до сих пор могла оказаться. Капец.